Проводя каждое лето конкурс «Цветущий Выборг», сотрудники нашей редакции в очередной раз убеждаются в том, что неравнодушных к облику родного города людей по-прежнему много. И установить, кто облагораживает придомовые территории и украшает растениями балконы лучше, чем остальные, задача неимоверно сложная. Отчасти решить ее нам помогли вы, наши телезрители, приняв участие в голосовании на сайте выборг.тв и в группе «Выборг ТВ ВКонтакте». На основании его результатов была определена обладательница приза зрительских симпатий. Жительница дома номер 33 на бульваре Кутузова Галина Секретарюк. Мы с огромным удовольствием и с радостью вручаем вам этот цветок и понимаем, что вручаем его в надежные руки. Он будет и дальше цвести и радовать всех, кто проходит мимо вашего балкона. Спасибо вам большое за ваш труд. На правах одной из постоянных участниц нашего конкурса Галина Секретарюк дала совет выборжцам, которые пока не решаются внести свою лепту в то, чтобы окружающий мир стал краше. Один-два цветочка сначала посадили на клумбе, на балконе, а потом помаленьку пойдет, и действительно будет цветущий выбор. Еще одна Галина, на сей раз проживающая в доме номер 6 по улице Травяной, оказалась не только заядлым цветоводом-любителем, но и человеком, способным подвигать соседей на общее дело – обустройство двора. По мере возможностей, у кого сколько хватает сил, и кто как, чем может, помогает. А Галина Ивановна у нас очень трудолюбивая, собранная, все обдумывает, продумывает. Садим рассаду. В результате радует нас. Мы каждое утро любуемся, смотрим, поднимает настроение нам. Мы выразили благодарность Галине Ивановне за участие в конкурсе, а она обещала не останавливаться на достигнутых цветоводческих успехах. Большое спасибо за подарок. Надеюсь, что он будет посажен, и надеюсь, что он будет хорошо себя вести. Растения, которые, хочется верить, станут украшением выборгских дворов, мы также вручили конкурсантам, проживающим в 25-м доме на 3-й Южной улице и в доме номер 9 по улице Сторожевой башни. За участие в творческом состязании мы также благодарили цветоводов из 49-го дома на Ленинградском шоссе, дома номер 2 по улице Резервной, хозяйку балкона на Батарейной 2. Многие из них сетовали на невоспитанность прохожих, которые бросают на клумбы окурки, вырывают и вытаптывают растения. А еще выразили надежду, что районная администрация окажет помощь в их благом деле. Для этого порой всего-то и нужно привести земли. И, конечно, конкурсанты не могли удержаться от слов благодарности. Большое спасибо всем, кто за меня голосовал, девчонкам с моей работы и также всем знакомым, кто поддерживал меня в этом. Но я также хочу, чтобы во всех дворах было очень красиво. Потому что, когда заходишь во двор, приятно посмотреть на красоту. И на балконах, когда красиво. Я очень рада. Спасибо вам за все, за то, что вы меня отблагодарили. Большое вам спасибо. Для награждения призеров, занявших 3-е место, мы отправились к дому номер 4 по улице Садовой. Здесь жители сразу 2 подъездов облагораживают придомовую территорию. Получив из наших рук подарок, они тут же принялись выбирать для него подходящее место в цветнике. Ведь планов по его обустройству еще множество. Хочу сказать, чтобы все, конечно, украшали свои, наверное, дворы, потому что это действительно радует, это действительно красиво. И хочу поблагодарить телезрителей за то, что они выбрали именно нашу Садовую 4, проголосовали за нас. Спасибо вам огромное. Еще одним бронзовым призером конкурса стала жительница 20-го дома по Приморскому шоссе Дарья Филиппова. Несмотря на почтенный возраст, Дарья Карповна проводит немало времени, работая в цветнике, и просит окружающих лишь об одном. Чтобы люди жалели мой труд, то, что я стараюсь. Некоторые мне помогают даже. Одной из своих помощниц и нашей съемочной группе эта милая женщина подарила варежки, которые она связала. Теперь холодной зимой подарок Дарьи Карповны будет греть нам душу и руки. Тем временем мы отправились в Калининский микрорайон города. Здесь, на улице Школьной, 10, живет Наталья Садилина, занявшая 2-е место в конкурсе «Цветущий Выборг». Оказалось, она долго не решалась подать заявку на участие, пока не произошла одна случайная встреча. Подошел ко мне мужчина такой интеллигентный, с колясочкой, видно, дедушка гулял, и сказал: почему вы не выставляетесь на конкурс? Я как-то вообще не хотела даже на конкурс. Вот он, его слова: если вы не выставитесь на конкурс, вы не уважаете ни себя, ни свой труд.
После его слов я решила подать заявку на конкурс. И, как оказалось, выиграла второе место. Чему я очень рада. Настало время назвать победителя конкурса. Им стала Инна Воробьева, проживающая в доме номер 12 на проспекте Победы. Первой реакцией Инны, узнавшей о том, что она заняла первое место, были слезы. Я хочу сказать, Илья, мы победили. И это тоже и твоя победа. Инна рассказала нам о том, кто такой Илья и почему этот сад будет носить его имя. Сын женщины занимается велоспортом. В прошлом году погиб один из его товарищей по команде, подающий большие надежды в мире спорта. Инна восприняла это как личную трагедию. Тогда она уже начала заниматься обустройством двора. Разбить сад неравнодушная выборжанка решила не только в память об Илье, но и на радость себе и окружающим. Она надеется, что ее примеру последуют и другие. Тогда о нашем городе можно будет сказать: это цветущий Выборг. Я считаю, что все победители, кто участвовал в этом, потому что это в первую очередь победа над собой, над своей ленью, над своей усталостью. И я считаю, что, в общем-то, в этом конкурсе победителей нет. Людмила Перминова, Вероника Когут, Иван Лопатко, Андрей Неробов, Александр Сорокин. Медиагруппа «Наш город».